Губернатор Югры Наталья Комарова в своем аккаунте в Инстаграм поблагодарила Совет при президенте России за проведенную в округе работу. И отметила, что рекомендации Совета – полезный и ценный инструмент для работы как главы региона, так и органов власти. Напомню, члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека побывали в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Сургутском и Нефтьюганском районах. Правозащитники провели встречи с представителями судебного сообщества, обсудили возможное развитие судов присяжных и механизмы медиации. Также встречались с руководителями НКО, бизнесменами, посетили места принудительного содержания, детские, социальные, медицинские учреждения, а также объекты нефтедобычи. Провели личные встречи с югорчанами.